Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, мы продолжаем с вами играть в игру Tower Conquest. Так, у нас ежедневное испытание. Я смотрю, по-моему, здесь баллиста будет разыгрываться. Это хорошо. Так, зайдем на арену. Для начала заберем, наверное, свой реворд. И мы стабильно получаем с вами 18 карточек бишопа. А также нам выпадает... Ох ты! 14 карточек на разбойника. Бомбер. И 15 карты... Как он там? Цветущая сакура? По-моему, так называется. Давайте следующий с вами бой быстренько пробежимся. Стопудово нам дадут слабенького противника. Блин, ребят, так сейчас смешно смотрится. Я когда-то вот такими играл. Сейчас они для меня вообще ватники. Поэтому выберем вот этот отрядик. Я думаю, что мы здесь зададим еще такого перца, что он будет бежать и поджимать свой хвост. Ну, это я, конечно, ребят, любя говорю. Это не говорит о том, что я тут всех ненавижу это. Нет, конечно же, шутка, ребят. Все отлично. Надо любого, говорю, как говорится, врага ценить и уважать. И нельзя недооценить. Это вот в первую очередь, ребят. Так, Джаггернаут у нас тут выходит. Слушай, мы здесь одним этим, наверное, с вами пройдем все. Даже Таракоши можно было не вызывать. Но я все-таки вызвал. Давайте попробуем с вами вызвать Лорда Пустоты. Ух ты, это было серьезно, это было больно. Лорда Пустоты, и посмотрим, как он будет себя здесь чувствовать, а? Кто за, поднимайте руки. Но, повторю, ребята, он не прокачанный. Ну, нам-то какая разница, нам бы лишь бы вызвать и посмотреть его в действии. Вот он. Прикольно смотрится, да? Как-то так, немножко даже странно его смотреть, когда он играет за нас. Обычно это вражеский босс, а тут он за нас. Ты-дыщ! Бомбит. Давай. Он, ребята, очень долго копит, кстати, вот эту свою энергию. Вы заметили? Я-то думал, что он ее быстренько пуляет, но нет. Он ее должен накопить, потом выпустить, потом она только бомбанет. Все понятно. Ну что же, а мы с вами переходим. Давайте в магазин заглянем. Что-то тут продано, что тут продано, непонятно. Так, это мы с вами не будем брать. Денег у нас маловато. Поднем вот сюда, в ежедневное испытание. Да, ребята, у нас 22 баллисты разыгрываются. Нам, по-моему, совсем немножко же нужно, да? Чтобы улучшить баллист. Так, надеюсь, нам дадут нормальный тут отряд. Есть! Вот это хорошо, ребята. Вот это классно. Потому что 100% мы здесь с вами пройдем. Я беру мечника, я возьму Ронина. И я возьму, наверное, здесь же... Слушай, а баллиста, в принципе, тоже был бы неплох, да? Баллисту возьмем. И еще нам нужен один. Это будет вот так. Все, ребятули. Попробуем как-нибудь здесь с вами разрулить ситуацию. Но, конечно, зомби радиационный, который камикадзе, здесь может нам сделать очень много проблем. Попробуем. Надо было, знаете что? Надо было мне прыгуна взять. Вот оно что. Хотя, знаете что, БФГшка, она же бомбит. Ну-ка посмотрим сейчас, как она сделает. Она должна его подбить и отпрыгнуть, по идее так. Ха-ха, блин, ну все равно взрывается, ребят. Все равно взрывается. Угу. Ты смотри, что они творят. А если я не буду ее тратить? Опа, вот это прикольно сейчас было сделано. Моя девочка под этим... Под отражением просто проскочила. А кто ее сейчас подбил? Что тут происходит? Черт подери. Не дает ни малейшего шанса. Ронин, выбегай. Не хочет выбегать. Тогда мы сделаем... Ничего мы здесь не сделаем. Никто не выходит. Вот так вот. Ха! Так, время 2 минуты. Да должны пройти. Как пить дать, должны пройти. Он, смотрите, сделал свою притягивалку. У меня выживает. Еще удар. И добиваем базу. Есть! Круто. Ну что же, мы с вами забираем 22 карточки баллисты. Мы это заслужили с вами. И сразу же пойдем еще попробуем 12 карточек выбить. Конечно же, я соберу свой отряд, но на этот раз мы сделаем немножко хитрее. Знаете почему? Потому что, смотрите. Во-первых, мне здесь нужна база, которая притягивает, чтобы замедлить их всех. Это вот это вот. Во-вторых, нам нужны с вами такие юниты, которые быстрые и перепрыгивают. Так, вот возьмем здесь ниндзю, пожалуй. Прыгуна возьму я. И... Слушай, а здесь, наверное, был бы неплох даже Джаггер.
Но мне хочется маговойна взять почему-то. Давай вот так вот сделаем. Вот, вот так вот будет оптимально, я думаю. Проверим, прав я или не прав. Короче, мы идем с вами за 12 карточками от баллисты. Давайте-ка попробуем пройти с вами гладко, чисто, без сучка и задоринки. Так, ладно, пускай он врезается. Пока терпимо, ребята, это все терпимо. Так, вот он, Ронин выбежит? Нет, не выбежал, к сожалению, но он его сразу мочканет. Чук! Странно как-то, как эта улитка у нас проскочила, просочилась, так скажем, да? Берем прыгуна с вами. А мы тоже так же сделаем, что он думает? Умный, что ли? Нет, ребята, он не умный, он дурак. У нас Ронин. Так, блин, зачем я сейчас вот это сделал, ребята, а? Не надо было мне вот это вот притягивание делать в данный момент. Ой-ой-ой. Хотя, все, победа здесь уже за нами. Кого он сейчас вызовет? Тут улитку или кого? Так, есть. Он даже никого не стал вызывать. Ха. Ну что же, мы получаем с вами долгожданные 12 баллист. И я с удовольствием заработаю еще 7. Потому что баллиста, я знаю, скоро у нас прапается. Поэтому мне эти карточки очень сильно нужны. Так, берем опять же тот же абсолютно, ребят, состав с вами. Можно даже... Нет, не буду я брать лучника. Нет в этом смысла. А представлять, нет, он не сможет переманить. Он не сможет переманить. Вот, тот же самый составчик он должен у нас отыграть по полной программе. Так что, готовы? И я готов. Поехали. Сейчас побежит, естественно, ребята, улитка. Начинается все с улиточки именно. Я даже не буду на нее обращать внимание. Я буду спокойно сидеть и копить себе ману. А потом, конечно же, я отправлю прыгуна. Ага, наверное, улитка хочет... Ну, блин. Хотя нормуль, все. У нас все выходит как нужно. Надо было баллисту мне вызвать, наверное, да? Ладно, ничего страшного. Вызываем баллисту. Какую баллисту? Джаггернаута, конечно же. Елки-палки, уже заговариваться стал, ребят. Давай, Ронин, блин. Слушай, а Джаггернаут-то выдерживает взрыв камикадзе и взрыв улитки вполне спокойно. Даже не шелохается. Ну это ж круто. Воу-воу-воу-воу-воу, прыгун в ярости. И... Ну, бомбаните в разок-то. Прикинь, что он сделал. Даже никто не успел ударить. Ронин с прогулкой, как всегда. В развалочку вышел. Ладно, один удар и хана базе. Да. Даже зомби не помог. Ну что же, мы зарабатываем с вами 7 карточек баллисты. А теперь мне очень интересно знать, сколько нам еще нужно собрать для того, чтобы прапать баллисту. Зайдем в армию. Вот она, моя армия. И это у нас подданные, да? Подданные. О, ребята, еще прилично. Нам еще нужно 33 карточки. Вот если бы еще один ивент такой бы нам пройти, мы бы с вами улучшили баллисту фул 5 звезд. Представляете? Это было бы круто. Ну что же, идем с вами на самую жесть. Самая жесть — это, ребята, новый портал, в который мы с вами телепортнулись. И у нас первое, что встречает, это фабрика. Фабрика, завод роботов. И мы с вами выберем... Так, тут начинается уже 75 уровень. Я думаю, что, наверное... Погоди-ка секунду. Кого бы нам взять-то здесь лучше? Вот эту команду. Мы всегда начинаем с нее, потому что она у нас уберная, да, получается? Но здесь тоже Джаггернаут-то не спит. Попытаемся, ребят, как-нибудь попытаемся здесь пробиться. Так, выпустить Ронина? Нет, пока не будем. Вот так я сделаю. Ну, естественно, он вызывает Джаггернаута. Я почему-то даже в этом и не сомневался. Ронин. Опа. Отражение сработало у моей воинши, блин, ну и слово придумал. У моей воительницы, так скажем. Да, ребята, по-моему, тут финита ля комедия. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Чик. Робот нам не в удел. По-моему, здесь будет, ребята, толкатель. Если я не ошибаюсь.
Робот-толкатель. По-моему, это именно та компашка, именно та пачка. Ну что же, разминка у нас прошла довольно неплохо. Мы переходим с вами на второй этап. И здесь... Офигеть, ребят, да? Уже 77-74 уровень. Нехилый такой скачок после 75-го-то. Ну да, они меня испытывают. Ну ладно, меня радует здесь одно, что скоро мы с вами получим уровень. У нас будет 74-й. То есть хоть какой-то небольшой уже будет отрывчик. Так, ждем, выжидаем, момент. Там толкатель будет. Там будет, ребята, толкать. Опа, он джаггера вызвал. А вот это я лопухнулся, по-моему, ребятули. Давай-ка вот так сделаем. Вот, нам повезло, грубо говоря, что ниндзя сразу не погибла. Так, давай, Ронина. Толкатель идет, блин, сейчас будет бомбить всех. Давай-ка вот так сделаем. Хорошо получилось. Погнали. Погнали. Так, с отражением вообще замечательно. Еще одну воительницу будем призывать. И щитобот. Ну, ё-моё, толкатель, конечно, да, он злой, он коварен. Но он тоже может попасть под свое же, ребята, отражение. Под свой же дамаг. А все, тут, по-моему, мы сейчас этого роб... Дай-ка я ураганчик применю. Здесь запинали мы джаггернаута. Да, и базу подбили. Отлично, это хорошо. Ну что же, как говорится, не будем здесь долго рассусоливаться. Сразу переходим на третий этап. И здесь, оу, коварный робот, вы помните, да, его? Он долго-долго выбирает цель, но если бомбит, то капитально. Я даже, если не ошибаюсь, ребята, он, по-моему, с первого удара может убить любого юнита. Какой бы там ни был жирный танк, он, по-моему, его может сразу убить, если попадет своим снарядом. Поэтому нужно быть с ним предельно аккуратным. Так, пока еще никто не идет, и меня это радует. Я уже... Ай, тихо. Я уже хотел сказать, на ведьму, блин, накопил. Сейчас еще рано пока радоваться. Давай, ниндзя, ты мне нужна? С отражением. Ой, как я обожаю, когда, ребята, отражение... вот он вышел этот ханорик. Его нужно быстрее, ребята, убирать. Вот он, вот, начинает метить. Сейчас шибанет и... Офигеть, ниндзю, ну ладно, хоть малой кровью мы отделались. Всего лишь ниндзю он подбил. А мог бы вот в отряд прям звездануть сюда, и всем бы было бы свистуля. Так, ну что же, джаггернаута мы с вами добили. Ну и в базе, ребят, тоже будет сейчас хана. Ну, первая карта, она на той первой, чтобы... На ней, так сказать, размяться, подготовиться к более жестким боям. Ха, ёпперс, это смотри, что привалило. Да, я был прав, ребята, это у нас компания именно с толкателем. Но я просто не помню, чтобы здесь у нас был бот-паук. Ну, нам-то деваться некуда, нам придется драться, сражаться, отбиваться. Бот-паук плюс толкатель, офигеть. Ну, они и собрали здесь компашку, да? Ладно, будем обороняться. Быстрых юнитов у него здесь нету. Это уже плюс, если честно, ребят. Начнет он, как всегда, с джаггернаута, да ведь? Нет. А что он же... А, толкатель он вызвал. Хорошо, мы с вами тогда начнем, пожалуй, с ведьмы. Мы будем призывать ведьму с вами, да-да-да, именно ее. Так, теперь сделаем вот такой маневрик. Испугался, побежал. Жух! Догнал моего Ронин. Так, теперь маг-воин. Ну, в общем, все дела, ребят. Уже, можно сказать, хорошо у нас будет. Так, тихо. Почему он именно эту прицепляет, а? Давай. Вот, бот-паук довыделывался. Довыеживался, так скажем. Всех тут рулю. И все, ребят, мы уже у базы. Как-то очень быстро. Даже мне это понравилось. Вообще, прошли на одном дыхании. Даже... карточку базы получили. Ну что же, переходим к заключительной стадии. И здесь термин? Нет, здесь ядербот, который, в принципе, мне не страшен. Ведь не страшен же? Нет, не страшен, я думаю. Самое главное, чтобы вызвать нашу ведьмочку, и все у нас будет хорошо. У меня здесь очень много дамага. Вы посмотрите, у меня Ронин дамагер. У меня воительница дамагер. Ниндзя дамагер, то есть... Щитобот неплохой танк, вы знаете. Ну и, конечно же, наша ведьма имба. Упс, а почему это так? Почему это ты так стал делать, а? Все немножко по-другому. Я бы даже сказал, не то что немножко, а очень даже множко, ребят. Ага, звезданули мы. Добиваем.
Так, 500 маны я накопил. Все, так, деньги отдай. И мы с вами призываем уже ведьму. Вот так вот я сделаю, чтобы не рассусоливался он здесь. И наша ведьма, ребят, выходит. Все, сейчас будет хорошо. Ну да пробейте вы его. Ронин, жалко, конечно, медленно вышел. Еще одного мага-воина призываем. Не-не-не, Джаггерт, хорош, успокойся. Здесь тебе уже никто ничего не поможет. Странно, почему-то не выходит босс. А должен был. Специально, что ли, делает тогда? Все, ребята, мы бомбим уже базенку. Наверное, он так и не выйдет, и не появится, и не покажет свое лицо. Да? Ну что же, это был его выбор. Не стал выпускать босса. Ну, извиняй. А мы с вами забираем сундучок робота и смотрим, что нам здесь выпадает. Ну, ядер-бот, я, наверное, этим боссом никогда, ребят, не буду пользоваться. Ну, потому что он мне не нравится, если честно. Он идет медленно, то есть его каждый дрищ может бить. И так вот помаленьку он просто не дойдет. А если даже и дойдет, то, скорее всего, нам базу распилят быстрее, чем он там взорвется. Смотрите, что дальше нас ожидает. 76 уровень самурая и 77 уровень ниндзя. То есть это вообще трындец. Как я здесь должен драться? Хорошо, попробуем вот этим отрядом. Нас спасает здесь только одно, что дорогие юниты у врага и, ну, кроме ниндзя, медленные, можно их так назвать. Но паладина они будут, конечно, уничтожать. Ниндзя паладина вообще уничтожает. Ох, ты вот так вот решил сделать. Так, успеем я? Должен успеть. Успел. О, ниндзя вышла. Блин, а вот это плохо. Я даже, наверное, ребят, не успею использовать суперудар. Представляешь? Или успею? Наверное, не успею. Да ну, блин, они просто сминают. Ребят, смотри. Поехали. Так. Так. И все, что ли? Паладин, дойди, успей. Звездани хоть разочек-то. Нифигашечки, ребята. Нет, мы не можем, мы не продамаживаем. Офигеть, офигеть. Ладно, я сдаюсь здесь. В этом раунде я просто сдамся. Я даже не буду гемы здесь тратить, это бесполезняк. Тэ, как тогда мне быть? Хорошо, я возьму тот отряд, самый первый наш. Наш первый отряд. Хм. Поможет ли он нам? Вот этот вот, а? Как вы думаете? Чумная мышь здесь у нас, да? Все дела. Блин, не знаю. А пробовать-то надо. Поехали. Я, знаете, что боюсь? Просто вот ниндзя, ну, 77 уровня, фул звезды, блин, они шпарят очень сильно. Очень сильно шпарят. Ладно. Что у меня, голем здесь будет один противостоять? Ну, это как-то несерьезно, если честно. Так, успею я накопить 250, ребят, до выхода? Успел. Давай посмотрим. Да, блин. Ну, что ты вот вылазишь-то вечно? Вот кто тебя просит, а? Блин, ну, очень жесткий разбор. Очень жесткий разбор, ребята. Как мне тут быть? Давай так сделаем. Ух. Так, ну-ка. Так, единственное, что очень хорошо, что чумная мышь бомбит, ребята. Как говорится, этих ханориков. Вы видите, да? Так, есть, может быть, небольшой шанс такой. Ну-ка, подбили, отлично. Самурай здесь ничего нам сделать не сможет, потому что он только наземные цели атакует. Ух, кажется, мы нашли с вами идеальную стратегию. Давай поможем, вот так вот. Хорошо, я еще одну чумную вызову. Да, здесь мы с вами выигрываем. Так, карточку только отдайте мне, пожалуйста. Это был всего лишь первый бой. Всего лишь первый бой. Впереди еще очень много боев. Ну, вроде бы тактика работает. Здесь у нас прибавляется храмовый пес. Храмовый пес. Ладно, нам деваться некуда. Тем более, вы знаете, что храмовый пес по своей натуре... А, нет, он сейчас будет, ребят, спамить им, точно. Сейчас будет его вызывать, смотрите. Что-то не вызывает, но я нафиг... Да, блин! Вот, о чем я вам и говорил.
Сейчас начнется веселуха. Естественно, сейчас выйдет еще и ниндзя. Вот попробуем вот так вот. И потом уже следующую будем вызывать летучую чумную мышь. Чумную мышь. Срочно мне чумную мышь. Так, хорошо. Так, еще одного голема. И давай вот так сделаем. Нормуль. Так, кого там... Что ж ты будешь делать, а? Что ты будешь делать? Голем, вернись. Чумная мышь вторая вышла у меня. Заморозка. Сработала, отлично. Есть, ребята, шанс небольшой, но есть, что мы сможем здесь все-таки тоже пройти. Вызвал Джаггернаута. Так, хорошо, пока идет. Идет все хорошо, ребят. Фаерболом. Замечательно. Так, еще чумную мышь вызвал. Три мышки должны тут завалить этих ниндзей. Всех, абсолютно. Так, самурай что-то выеживается. Там же и чумная, да? А, там же и ниндзя. Сейчас, 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 секунду, секунду, ребята. Я весь напряжен, просто как бы не продинамить вспышку. Понимаете, о чем я? Напряжен до предела. Так, самурай здесь нам не нужен. Карточку забираем, деньги забираем. И добиваем, наверное, базу. Да, ребята, по красоте, все-таки справились. А ведь уровень у врага на поле... Ох, есть, есть. Это, ребята, бальзам на душу. 74 уровень. Я нас всех с этим поздравляю. Классно, классно мы поборолись. И за свои труды мы получили левел. Соответственно, я буду апать. Апать буду свой любимый отряд. А это вот этот вот. Ух, с этим-то отрядиком мы с вами далеко зайдем, наверное. Ну, по крайней мере, эту каточку мы тоже точно пройдем. Так, подожди, мага воина я прапал. Тут прапаем. Ниндзю, конечно же, как же. Ниндзя это наше все. И, по-моему, кто там у нас? Босс, босс остался, а босс это ведьма. Как же я без ведьмочки, ребята, ну. Ой, елки-палки, совсем чуть-чуть осталось. Блин, ну что ж такое-то, а? У нас, ребята, что в черепашках ниндзя, да? Очень много кто на пределе, на прапке. И здесь то же самое. Блин, так обидно, что вот чуть-чуть не хватает. Мне просто очень приятно апать героев и играть ими. Чувствую, что у тебя уже действительно за спиной какая-то есть сила, мощь, и ты более-менее спокойный. Так, у нас еще есть немножечко с вами денег. Давай здесь прапаем. Да, а, все, да? Да, к сожалению, ребята, все. Денег больше нету. Ну что же, зато у нас откатилась вся энергия, и это хорошо. Ну что же, я думаю, вот этот отряд здесь справится с поставленной задачей. В принципе, он легко справлялся с любой поставленной задачей. Так, тортила, да, здесь у нас? Здесь у нас тортила. Причем не забывайте, что ниндзю уронен, если он, конечно, выбежит. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого не надо. Вот так вот. Противовес мы делаем. И теперь... Тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Что ты делаешь? Ну, умри от отражения. Вот так вот. Вот это я обожаю, ребята. Вот когда отражение срабатывает на нашем маге-войне, это вообще просто по красоте. Просто по красоте. Все. Никто тут уже нам, блин, не помешает абсолютно. Давай. Бомбим. Отлично. И расщепляем базу. На кусочки просто ее разрубаем. Ой, самурай. Ой, черепашка вышла. Даже не успела пикнуть, как мы ее... бомбанули, и она упала кверх ножками. Ну, самураечка, ну успокойся. Ну что ты, елки-палки, неужели ты не знаешь, что это имбовая колода, ё-моё. Имбовая. Кто-то, кстати, спрашивал, какую можно сделать колоду чисто из танков. Ну, если я правильно понял вопрос. Мне кажется, ребятуль, такой колоды... Нет, такую колоду можно сделать, но я сомневаюсь в ее эффективности. То есть, туда можно взять стража, туда можно взять паладина, туда можно взять щитобота. Это я именно про танков говорю. Туда можно взять голема. Это уже четверо, да? Туда можно взять... Кто у нас еще такой имбовый танк? Ну, понимаете, самурая я как бы не назвал бы танком. Он больше как поддержка все-таки. Хотя есть в нем что-то такое. Наверное, я бы взял... скорее всего, бородавочника в роли танка. Вот пять. Это, конечно, будет имбовая команда, практически непробиваемая. Но, знаете, нужно еще найти такого врага, лузера, который бы не применял хитрости дальнего боя или там магические ловушки. То есть,
любой танк, он проигрывает быстрому воину или даже очень хорошему магу. По-моему, вот так вот. Я считаю, что лучше все-таки комбинировать. Комбинировать танка, например, с дальней атакой. Потому что пока танк стоит и держит оборону, да, сзади стрелки, лучники, они уничтожают врага. Скрытники тоже, кстати, неплохие, но это больше для того, чтобы как можно быстрее уничтожить базу. Вот типа бандитов, типа хищница. Вот хорошо идет прыгун против магов, да? Против того же самого, ну, Ронина вряд ли, но вот против ниндзя он хорошо пойдет. Если, конечно, он попадет именно на нее. Тут, в общем, ребята, нужно комбинировать. Нету, вообще нет такой команды, которая бы взялась и прошла игру от начала и до конца именно одной колодой. Нету, ребят, такого и не будет. Так, что тут, мне не нравится, что этот парень тут раздухарился, а? Не к добру. Отправляем к праотцам его. Так, самураешка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ты смотри, ниндзя. Я и забыл про нее. Ой, что-то тут. Что-то тут как-то с отражением. Вот так. Блин, классно, что у нее все-таки довольно часто срабатывает, да, вот этот скилл. Давай, Ронин. О, вышел, наконец-то, по-людски. По-людски вышел Ронин. Тык. Ниндзя думала избежать наказания, но не тут-то было. Не тут-то было, мы ее наказали, мы ее поймали врасплох. И все, мы уже бомбим с вами базу. Еще и Ронин тут выбегает. Тыч! Вообще круто. Доли секунды, и все, и мы с вами прошли этот этап. Кто у нас здесь босс? Ненавижу я этого босса, вот честно скажу, ненавижу я этого ветродуя. Отдувальщика, продувальщика. Плюс еще и черепахи там. В общем, здесь какая будет стратегия у нас? Взять скоростью. Я считаю, что здесь надо брать быстротой. И, конечно же... А вот, кстати, я не замечал. Если у нашей воительницы срабатывает отражение, а в этот момент дует босс, он получает повреждение от этого или нет? Вот что мне интересно. Упс, тихо, 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 тихо. Ты куда это, псина? Ты не припухла ли, а? Совсем псы оборзели, я смотрю. Так, мне нужно... А, я накопил, все, я накопил, ребята, и... Надо будет... Блин, тут вся шайка-лейка выскочила. Все, я ведьму вызвал. Я теперь спокоен, как удав. Но он сейчас стопудово тоже будет вызывать... Нет, не вызвал, пока не вызвал. Но сейчас выйдет босс, поверьте мне. Сейчас выйдет босс. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну, давайте, ребята, уничтожаем тортилу, блин. А вот он и хмырь появился. Пробуем так же, ребята. В отмеску. Да что ты, блин, самурай этот, чертов, заморозка. А ну-ка, 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 ну-ка. Ребятули, замор... Да он все равно сдувает. Он все равно сдувает, ты посмотри, отражение. Ураганчик, он нам, кстати, может здесь помочь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, да давайте вы этого... Он все равно сдувает. Кстати, отражение на него, ребята, не срабатывает на этого босса. Вот что я вам хочу сказать. Убили мы его. То есть он просто сдувает, он... Не знаю, урон что ли не наносит, хотя по идее должен. Ну, в общем, при сдувании он не отнимает, ребята, не отнимается у него здоровье при отражении. Короче, вот так вот. Фух, в общем, мы прошли этот этап, пока я тут в раздумках был. Думал, как лучше сформулировать свое слово. Так ничего не получилось, ну, в общем, все поняли без меня. Тут все было видно и явно. Так, и мы с вами переходим на карту подданных и 77-78 уровень. Я, знаете, а, тут у нас разбойничек, да, значит? Хм. А почему бы и нет-то? Чего мы в самом деле-то? Голем, я думаю, должен перехватить разбойника и вполне наковылять ему. В легкую, да ведь? В легкую он должен его подбить. Ой, а он вот как делает. Вот хитрожопый, а. Вот он хитрожопый. Ладно, придется мне... Вот, и смотри, что он делает, а. Ты вот смотри, это специально все. А, вот так вот, он не может... Блин! Твою маковку, ребят, проигрываем здесь. Я лопухнулся. Не буду я даже здесь пытаться драться. А лопухнулся в чем? В том, что было мало маны, и мне нужен был джаггернаут, а 50 очков, пока я на него накоплю,
Ну, то есть вы сами поняли. Он просто бы забомбил базу. А если бы даже не забомбил, мы бы все равно бы понесли урона. И, соответственно, у нас бы уже был бы нечистый заход. Не три звезды. Так что, поехали. Сейчас мы сделаем все немножко по-другому. Этот идет медленно. Я просто испугался, что он вызовет именно разбойника. Но он почему-то не стал его вызывать. Видите? Сейчас я вызову спокойно здесь Джаггернаута и все. Так, Джаггернаут. Вот, и теперь я вызову спокойно этого голема. Все, вот делов на копейку, ребят. Так, что-то как-то тут. Отлично. Травим. Травим их всех. Давай, подходи сюда. Вот так вот, всех накрыли медным тазом. Не понял? Фу, ты нафиг, как он там? Я даже не врубился, как он там оказался-то? Так, нужно быть всегда, ребята, на изготовке, потому что... Вот он. А как? Кем? Чего? Пипец, просто пипец. Мне даже некого было призвать, ты представляешь? Так правильно, у меня одни летуны да храпуны. Ёлки-палки. Ладно, здесь мы с вами забомбим, но переигрывать придется. Смотрите, мне некого было выставить. Да, круто я, конечно, попал здесь. Ничего не скажешь. Ладно, берем вот этот вот. Вот. Здесь у нас самурай, здесь у нас черный рыцарь. Эта команда, то, что нужно. Здесь она зайдет просто на ура. Так, ну давай, вызывай своего мечника. Я готов, как говорится, к встрече с ним. Готов ведь? Ведь должен быть готов. Так. И вот так. Ну-ка, оглушили бы вы хотя бы разочек-то его. А чё вы не... Этого-то разбойника-то будет кто-нибудь бомбить? Зачем я сейчас вызвал вот этого хламона, когда мне надо было... Фух, да чтоб тебя! Опять мы с вами получили повреждение. Чё так не заходит-то, я не могу понять. Ты посмотри вот на этих хмырей, а? Чё они творят? Ну нет, ребят, ну это вообще-то... Уму непостижимо. Слиться вот так вот тупо. Они берут меня здесь уровнем. Они меня берут уровнем. Уровень у них слишком большой по сравнению со мной. Хорошо, ладно. Возвращаемся вот к этому отряду, который... Ну просто... Тихо, подожди, вот сюда. Который просто разбомбит их сейчас всех в пух и прах. Я готов. Так, кто там у нас выходит? Мечник, да, первым. Ну, мы будем его поджидать вот за счет воина, мага-воина. Ну, успеем, блин. Не уверен. Не уверен, хотя надо было. Так, бомбим. Пока, детский сад. Фу, сынки, просто подожди. Радоваться-то рано. Надо держать под контролем, ребята, потому что... Разбойничек может в любую секунду выйти. Вот он. Идет. Чика, тут такой, оп, облом ему. Так, если что, я Ронина призову. Хотя не понадобится. Надо было сразу брать этот отряд и не портить, как говорится, себе настроение. Ну что ж, давай здесь посмотрим. Опять здесь у нас разбойник. Ладно, потратим, так уж и быть, последнюю энергию. Но зато потом у нас увеличится расстояние от базы до базы. И можно будет уже спокойно играть любым другим отрядом. Тихо, бомжик. Ты куда это собрался-то тут, я не понял. Так, начинается спам, блин. Начинается этот чертов спам. Упс. Так, ребята. Бандитик. Снесли бандитика. Так, понеслась жара. О, Ронин по красоте вышел. Может же, когда хочет, ведь согласитесь. Тихо. Не надо тут проходить сквозь всех, а? Разбойничек. Совсем уж ошалел, родной. Ураганчик. Оу. Ты дыщ. Разбойник такой довольно-то бежит. Сейчас я им базу поврежу. Тумаков-то получил и сдох сразу же. Вот и все. Вот и... Повредил базу, называется. Так, ну что же, мы видим, что прибавляется здесь маг. Я думаю, что нам уже здесь будет намного проще, если мы даже с вами выберем вот этот вот отряд.
Этот до нас не дойдет, а если и дойдет, то мы его все равно сможем уже контролировать. Я имею в виду разбойника. Так что копим с вами энергию. Энергию нам нужно на паладина. Так, что же делать-то, я не знаю. Может, я зря так делаю? Вот, ребята, бежит Ханорик. Так, тихо, придется мне вот так вот делать, фиг сделаешь. Ух, мы ее оглушили, там нормуль. Мы должны проклепать, ребят, должны. Да ёпросты, что за дела-то, я не могу понять. Так, баллисточка. Слушай, а если мы сейчас вызовем с вами друидку, это будет вообще, наверное, имба. Ай! Укокошил гад, а? Мою баллисточку, блин. Ну все, он за это ответит. Так, мой самурай вниз совпал. Я вызвал друидку, ребят. Погнала. Тыдыщ. Упс, минус. Минус маг. Все. А, тихо. Куда это он? Куда это он там? Кого он бомбит мне? Оу! Ядрен батон. Чуть было не убил мою эту друидку. Ханорик этот мелкий, а? Так. Офигеть, у нас там заваруха. Ну, мы хилимся вообще от души. Смотри. Просто хиляемся душевно. И почему-то вот это вот за счет того, что она, наверное, вызывает здесь все вот эти вот тотемы, такой лаг начинается. Просто глючит игра не по-детски. Так, ну что же, мы прошли предпоследний этап. Тут прибавляется уже еще и жрица. Я не знаю, для чего она здесь нужна. Может быть, только для того, чтобы хилять своего черного мечника. Только лишь для этого. Другого предназначения я здесь ей не вижу. Если бы был бы у нее здесь, например, паладин и жрец, то да, это было бы имбово. Но в данной ситуации не вариант. Ладно, ждем, кто тут у него выйдет. Чувствую, разбойничек, наверное. Нет, опять та же самая схема, ребят. Ага, вот. Видите? Начался спам, понятно. Начался, ребята, спам. Сейчас еще и разбойничек до кучи пойдет здесь. Так, что же мне сделать-то лучше тут? Давай баллисту вызовем. Погнали теперь вот так вот. Чиджиш, тыдыщ. Всех под одну гребенку, ребят. Всех их, блин. Жалко баллисту, конечно, было мне. Снесли. Такой довольный бежит, да, крестяшка. Типа, я такой крутой. Смог завалить, да ничего ты не смог, елки-палки. Я все жду, ребят, когда этот выйдет. Разбойник, просто его нужно постоянно контролировать. Он втихо, вот он выходит. Вот он выходит. Мы еще вот так сделаем с вами. Оп, оп, опа, все отлично. Простоим, короче. Я всю друидку не могу вызвать, вот, вызвал наконец-то. Ураганчиком всех подальше отсюда смоем. Тьф, нифига баллиста бомбит. Оттуда до другого конца экрана. Молодец, хитро. Так, погоди. Тотем бомбит, видели? Разбойник пока бил тотем, мы с вами успели как бы отойти. Нам это, в принципе, и спасло жизнь у друидки. Поехали. Так, в разнос, как говорится. Ой, по красоте. Вы посмотрите, как только я вызываю друидку, у меня армия просто бесконечная какая-то. Никто не может ее пробить. Ай, деньги не успел или успел взять. Все, хана тут. Хана этой базе. Наша победа, как всегда. Ну, да. Так, а кто у них здесь, интересно, будет босс? Неужели Икторн? Стопудово он, да? Или Бишоп? Нет, Икторн, к сожалению. Ого, ты посмотри, 70... Ой, 70. 80 уровень разбойника, ты представляешь? А у меня здесь 73. Офигеть. Как будем, не знаю пока. Как-то будем. 80 уровень разбойника. Слушай, я боюсь, тут нам и друидка не поможет. Угу. Он, наверное, паладина с трех ударов будет сносить. Что-то мне так кажется. Вот он вышел. Он вышел. Давай я сделаю так вот. А поверх этого я призову паладина. Вот так вот. Посмотрим, ребят. Смотри, да, действительно, он очень хорош. Он очень сильно бьет.
Так, ну здесь мечники вроде бы как на равных идут. Я буду вызывать друидку. Друидку, блин, я буду вызывать. Он прошел. Так, ну-ка. А как ты? Как ты это сделал, хмырь вонючий? Как он это мог сделать, блин? Ой, ёпарсоты, ребята, он прошел. Как-то умудрился Я не понял даже как. Мы же его поймали, мы его начали бомбить. Он опять ушел в инвиз и как-то просочился. Что-то очень странное тут творится. Ну ладно. Че, уже что ли? Так быстро? Друидка, ты нам нужна. Бомби. Бомби как никогда. Ну естественно. Топ сомневался. Что, 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 что? Офигеть, расплясали. Ты видел? Ускорение у них откуда-то тут появилось, понимаешь ли? По-моему, мне хана, ребят. По-моему, мне хана. Вот так вот я делаю. Теперь пошли. Пошли атаковать этих гадов. Я пока другого варианта, ребят, не видел, поэтому мне пришлось так сделать. Не обессудьте. Тихо, погоди, погоди, погоди. Так. У меня тут выйдет, вышел. Бомбим. Да ну, хорош. Че, вы серьезно, что ли, так делаете? Ну. Так, не надо мне, блин, уничтожать мою друидку, эй. Чувачки, блин. Успокоились, я сказал вам. Ну-ка, ну-ка, опять он идет. Опять этот разбойник идет, а? Как же он меня достал, вот серьезно вам говорю. Не дают нам пройти, ты представляешь? Они сейчас таким макаром, ребята, и босса вызовут еще раз. Своего этого, короля. Ведь вызовут же, да? Или не успеют? Как тут повернется к нам карта? Заморозка. Так, минута у нас времени. Я не хочу просто, чтобы у нас гемы просто так сплавились. За даром. Ребята, вторая имба идет. И помогаем. Да. Великолепно просто. Ну, пришлось, ребятули, пришлось потратить 10 гемов, но это только на благо нам. Я бы просто так ни за что бы не стал их тратить. Даже вы прекрасно видели, у нас было преимущество, да? В 500 манны мы и то чуть было с вами не встряли. Ну что же, 80 уровни у нас пошли. Совсем хорошо, очень великолепно, просто для нашего уровня это, ну, то, что нужно, так скажем. В переносном смысле, конечно же. Ой-ой-ой-ой, как же быть-то, я не знаю, ребят. Ну, очень-очень сложно становится. 80 уровня голем, это же имба просто. Он сам себе еще хиляет. И плюс еще банша там сзади будет подкрикивать. Вообще круто. Ладно, попытаемся что-то сделать. Тут еще, как вам сказать, промежуток от базы до базы практически никакущий. Посмотрим, как у нас будет здесь Джиггернаут справляться. Ну... Да никак, елки-палки, я уже вижу, что это полное фуфло. Давай чумную мышь вызовем. Он, смотрите, он хиляется, он отхиливается просто-напросто. В легкую причем, ты представляешь? Нифига, он тут наплодил, эй, хорош парнишка, ну-ка заткнуться всем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вот только если таким макаром, ребят, больше я другого варианта не вижу. Банши, херанши всякие тут. Так, ну пошла, пошла жара. Так, банши, конечно, орет. Но ей это мало что помогает. Фух, неужели мы пробились? Если что, ребят, у меня фаербол готов. А, тут еще и ураганчик есть, отлично. Просто на ура все. Давай-ка вот так вот, упс, пардончи. Так, ядрить его на корень. Ладно, хорошо, все, ребят, базу добомбили. Ну что, пока, пока мне нравится, пока все отлично. Второй этап, кто прибавляется, давай посмотрим. Да ну, что, серьезно что ли, прыгуна вот так вот сразу. А вы знаете, что прыгун, если в ярость впадает, у него такой дамаг, что хо-хо-хо. Вот тебе и не было печали, теперь придется его еще контролировать. А он его вызовет в первую очередь. Поверьте мне, вот сейчас он выпрыгнет, смотрите, выбежит, говнюк, а нет.
Что-то как-то, блин, подозрительно все это. Да ну, хорош, вы специально так делаете? Я ведь больше чем уверен, что специально. И под эту песенку они сейчас вызовут прыгуна. Да? Или нет? Давай не надо под эту песенку, давай под другую песенку, хорошо? У меня фаербол, ребята, откатился, это хорошо, это радует. Это радует и в то же время не радует. Нанесет, да, повреждение? Или нет? Нет, по-моему, не успел он нанести нам повреждение. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Опять вышел прыгун. Как мне его тут контрить? Вот так вот, если только. Ураганчик еще к нам тут снизошел. Так-так-так-так, давай, прыгун упал. Фаербол. Жигарно, шикарно. Ну, блин. Твою маковку, ребята, он нанес повреждение моей базе. Говнюк этот. Ай, ускоряться надо. Ну, блин, вот из-за этого говнюка, ребята, все. Все из-за этого прыгуна. Прыгун мне всю малину испортил. Ну, очень тяжело его контролировать. Тем более, когда у тебя вот такие вот карты. Надо нам кого-то убрать. Я думаю, что надо из этой компании уже убирать всадника на журавле. Да, ребят, я склоняюсь к этому мнению. Не знаю, поддержите меня или нет. Уберем всадника на журавле и поставим. Или же сейчас посмотрим, у кого больше звезд. У всадника на журавле или у чумной мыши. Так, всадник на журавле. Так, нам придется, наверное, его оставить. А вот чумную мышь, скорее всего, нам придется убрать. Хорошо, но прежде чем убирать, нам нужно найти замену. Замена. Кто-то просил вернуть в отряд молотильщика. Что он нам даст? В этой катке он нам ничего не даст абсолютно. Нам здесь нужен хороший контроль. Хороший контроль. Не просто контроль, хороший и быстрый контроль. Я бы вот так даже сказал. Слушай, а может быть Вуджен. Неохота мне как-то Вуджена сюда вызывать. Молотильщик. Не вариант. Кто у нас тут прекрасный танк? Нет у нас прекрасных танков здесь, к сожалению, блин. Бородавочник дорогой. Некро. Некро как вариант можно рассмотреть. Но вот танк, ой, танк. Вот если бы тигр у нас был бы раскачанный, это, конечно, была бы имба. Но он у нас не прокачанный. Вы скажете, а что тебе мешает прокачать? Ребят, ну вы прекрасно видите, что и как я качаю. У меня даже не хватает на основной отряд золота. А если я еще буду тигра прокачивать? Привидение. Привидение здесь вообще третьего уровня нет. Минус. Минус привидение. Может быть, нам еще и базу поменять? Что мы можем взять? Ничего. Замены нет, альтернативы нету. База, конечно, говяненькая, потому что она стреляет фаерболом. Да я даже не знаю. Хилбота? Может быть, хилбота взять? Нет, хилбот здесь не прокатит, потому что он будет получать звездюлей от прыгуна. Вот хоть убей, я не знаю, ребят. Давайте вот так попробуем. Попробуем взять боевую жабу. Ну, естественно, еще нужно будет ей поднять. Уровней 3. Дорогая карта, конечно. Не знаю, что из этого у нас получится. Ну, будем смотреть. Энергия у нас... Тихо, подожди, не сюда. Вот сюда вот нам надо. Контролировать прыгуна. Все из-за этого чертового прыгуна. Ребята, он все карты нам сбивает. Абсолютно все. Так, кто тут? Ну, естественно, выходит голем, это понятно. Так, я, наверное, сделаю вот так. Теперь боевую жабу с молотом. Ну и давай, наверное. Ну, ты будешь у меня, блин, всадник-то на журавле. Вот так вот сделаем. Вот он, блин, вот прыгун, ребят. Так. Ты посмотри, что он вытворяет вообще, жесть. Да он по-жесткому просто бомбит. Всех, блин. Кого, блин, ему не дай. Ну-ка, заморозка может поможет нам здесь. Есть небольшой, не маленький шансик. Опять вышел прыгун, а. Да как же ты достал, а. Как же ты достал, прыгун, ну серьезно.
Да ну, с крика всех застанили, ага. И прыгун тут как, и прыгун тут как тут. И как же я его должен тут подловить? Нет, ребят, ну это не вариант, это фигня полнейшая. Ты посмотри, что происходит. Он все равно прокрадывается к нашей базе. Фу. Нет, я без того основного отряда не смогу здесь, ребят, разрулить ситуацию. Ну никак, не получается, хоть ты тут тресни. Банши тебя, горлопанки хреновы, блин. Не получается, и все. Хоть ты тут кого возьми, но все равно он перепрыгивает, видите, что происходит. А мне даже контрить неким. Пипец. Да, вот так вот сыграли, называется, мы с вами. Вот так вот. Нет, конечно, я могу потратить 10 гемов, но я не собираюсь. Не хочу я тратить на них. Этот, что ли, отряд брать? Ну это смех на палке. Сейчас нас тут разорвет просто-напросто. Он сейчас нас тут разорвет. Я, конечно, попробую разочек сыграть. У нас тут тоже, да, паладины. У нас единственное, что база хороша. База бомбит вообще очередями. Убивает одного, переключается на другого. Но я что-то не уверен, что у нас тут получится. Все эти... Подожди, я отряд-то... Нет, сменил, успел. Я уже думал, я отряд не сменил. Фух. Ладно, давай посмотрим. Естественно, надо будет здесь вызывать паладина, а потом... Кого я? Фиг его знает, кого тут еще надо вызывать. Вот эта горлопанка, блин, вот как-нибудь ее просто снести отсюда к ядрене фене, и было бы вообще все в шоколаде бы у нас. Так она сейчас будет орать, как ненормальная, блин. И голем, видите, он сам себя хиляет. Ладно, здесь нам повезло еще как-то. Так, ну что, будем, ребята, заряжать? Так, ну... Давайте этого прыгуна-то заколбасите в конце-то концов. Ну, да не могут пробить, ты представляешь? Какая жесть этот прыгун. Прикольно сейчас получилось. Но, ребята, он вернется. Он уже возвращается. И он нет, не перепрыгивает. Ну-ка, давай зарядим. Так. Блин, да что ты, он через, скажи, 3 секунды, ребят, выходит, ну. Всех разорвал. И к базе подошел. Нормально, ребят, ну, как вот это называется? Это называется заговор, елки-палки. Если вы еще не знали. Фигею просто, блин, с этого дурдома, блин. Еще, ну, конечно же, еще один прыгун. Как же без прыгуна-то? Есть, кстати, у меня еще одна идея. Ребят, только сейчас созрела. И вы не поверите, какая. Глупая. Хотел воспользоваться прыгуном тоже. Думал, прыгун будет здесь. Будет выходить вражеский, перепрыгивать там заранее. И мы его здесь будем встречать уже тепленьким. А потом подумал так, ага. А кто сказал, что здесь будут мои прыгуны находиться, когда здесь такая армия там прет? Ладно, ребята, лишний опыт нам не помешает. Давайте разбомбим базу. Энергии-то больше не осталось у нас. Вот в чем проблема-то вся. Действительно, вражина, блин, а. Вот вражина. И это еще далеко... О, е. Вот так вот. Смотрите сейчас, что будет вытворять мой отряд трясогузки. Смотрите. Так. Надеюсь, он будет хорошо вытворять дела. Так, выходит. Я, ребята, поджидаю. И пошло бомбилово. Должно пойти бомбилово, ребят, по идее. Ронин. Ну. Так же, замечательно. Где там этот вонючий прыгун? Не буду я пока тратить. Вот он. А вот он и прыгунчик. Да ну! Фу, блин. Ронин. Давай. Что ж ты будешь делать-то? Сдули. А почему не сдули-то? Да ну как ты так делаешь, падла, блин? Я не знаю, я офигею, ребят. Ну это все, это пипец.
Ему просто, блин, везет, и все. Я не знаю, как утопленнику, блин. И этот уровень не могу уже. Сколько? 6-7 боев я уже провел. Я уже сколько здесь попыток слил. Пипец, просто, блин. Бедняк капитальный, ребята, берет. Ну что, я всю энергию сплавил вот на этот вот дебильный, ничтожный отряд. Ой, ладно, ребятульки. Надо успокоиться. Будем на этом, наверное, с вами заканчивать эту серию. Конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии. И накажем нашего врага. Так что, всем удачи и до скорого.